вообще не станет. И, в принципе, мы же не ставим себе цель избавиться от нестационарной торговли в целом. Мы сейчас прежде всего говорим о несанкционированной торговле, то есть о тех нестационарных киосках, которые стоят незаконно. Ведь необходимо еще помнить о, скажем так, отдаленных районах города, где, в принципе, эти киоски, они действительно выручают. То есть потребители, которые могут рядом с домом купить какие-то продукты питания. И, в принципе, очень часто мы получаем не только жалобы от граждан, но и, в принципе, какие-то положительные письма о том, что мы просим сохранить тот или иной нестационарный киоск, потому что там вот очень вкусные пряники. Ну, вот я дословно просто привожу, цитирую фактически эти обращения, которые к нам поступают. Горожане готовы встать в грузе на защиту. Фактически, да. То есть есть и такие действительно киоски. Ну, не все же плохо так у нас не с нестационарными объектами.